Танец с саблями. Индивидуальное музыкальное занятие, урок по развитию речи. Все участники семинара коррекционной педагогики разделились на группы, чтобы ознакомиться с работой педагогов и воспитателей школы номер 88 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Наша школа чем отличается от других школ, которые работают по нозологии слух? Мы работаем по методической системе Эмилии Ивановны Леонгард. После окончания нашей школы наши дети разговаривают со всеми сверстниками нашим обычным способом, речью. Они не используют жесты. С 2020 года образовательное учреждение номер 88 стало сотрудничать с Институтом коррекционной педагогики. Оно является школой-площадкой. Мы всегда высоко оценивали и будем оценивать данную школу, потому что здесь удается сохранять российские сурдопедагогические традиции. Удается делать все, чтобы дети, обучаясь здесь в детском саду, самых ранних лет, могли поступить в обычную школу. Специализированная школа бок о бок работает с центром слуха. Ежегодно мы обследуем около 400-500 детишек, выявляем нарушение слуха от 15 до 20 детей. Ежегодно мы выявляем детишек с нарушением слуха. Всего в городе Набережные Челны около 250-300 детишек с нарушением слуха. Нарушение слуха у ребенка в первую очередь выявляют в отделении патологии новорожденных и в родильных домах. Второй этап аудиоскрининга осуществляется уже в центре слуха. Детей с врожденным нарушением направляют в федеральные центры. В дальнейшем в Челнах они успешно проходят реабилитацию и обучение в школе номер 88. Мы находимся уже в этом учреждении с 5,5 лет, когда нам сделали операцию по имплантированию. В школу мы пришли, мы вообще не разговаривали. То есть были только звуки и жестовая речь. И благодаря Эмилии Ивановне Леонгард, ее методике, мой ребенок заговорил 6 лет, у нас появились первые слова. Дети с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировали участникам семинара свои таланты. Они рисуют, вышивают, поют, читают стихи. Кроме того, участвуют в конкурсах республиканского и всероссийского уровня. Лисан Габдрашитова, Кирилл Хабзей, Новости, Челны ТВ.